Всем привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Всем привет, друзья. Ну что, вернемся мы в битву за архипелаг. Посмотрим, какие города мы уже прошли. Шестые мы смотрели. Давайте посмотрим восьмые. Так, здесь у нас получается 2 энта, 16 троллей и 20 пиратов. И смотрите, а говорил же, что не пойду с этой стороны. А именно с этой стороны очень удобно проходится. Давайте посмотрим. Пиратов запускайте с этой стороны, чтобы не зацепила пушка. Так. Доходят до зиккурата. Я его пробовал с этой стороны, но ничего не получалось. Зиккураты уничтожали их быстро. А здесь они достают хотя бы до одного. А до последнего уже не знаю, как получится. Посмотрим. Ну, как я и говорил, что города более-менее уже начинают сложные становиться. Но если есть пираты, я думаю, что это не проблема. Вот остался еще один зиккурат. Пушка мешает. Да тут, в принципе, все мешает, все атакует. И пираты, видите, пошли на зачистку мельниц. Не знаю, честно говоря, их нужно зачищать или нет. Но если будете добавлять каких-то пиратов еще на уничтожение, их будет меньше на атаку. Ну, вот здесь на последнем, как говорится, вздохе уничтожение. Ну, ладно, не будем мы заострять внимание на этом городе. И так понятно. Так, ну что, давайте глянем, что у нас еще есть. Мне, честно говоря, самому интересно посмотреть, какие города у нас будут чуть дальше. Давайте посмотрим. 40 пиратов, не знаю, в этом городе, друзья, что-то получилось у меня больше пиратов. Давайте посмотрим. Может, какую-то другую нужно было армию сюда, но более-менее прошли. Так, запустил я пиратов первыми, потом запустил я тролликов. Так, смотрите, ушла одна башня, еще одна башня. Табелиск. Так, еще один остался. Если уничтожает еще один зиккурат, тогда более-менее атака. Я его вообще хотел пробовать с этого угла, но что-то не пошло. Я его с этой стороны пробовал, с другой стороны, и что-то не шло. Потом решил добавить все-таки еще один слот пирата, потому что ничего не получалось. Да и не хотел, честно говоря, засиживаться сегодня. Так, и вот они пошли с этой стороны. И зашли в середину. Ну, я не знаю, друзья, скорее всего, и нужно с другой стороны запускать, потому что это, честно говоря, атака, как по мне, неправильная. И выживаемость тоже высокая. Ну, я не хотел сегодня целый день сидеть, уничтожать эти города, но мы потихонечку их все равно пройдем. Так, давайте посмотрим. И... Есть у нас еще один восьмой и десятый. Здесь у нас также приходится, да, 2 энта, 20 пиратов и 16 троллей. В этом городе, обратите внимание, что запустил сначала энта, следующего суда и пиратов полукругом. Иногда я такие атаки провожу, но в этот раз решил с этой стороны пройти. Не знаю, можно было бы даже, как, конечно, попробовать, скорее всего, и троллями тоже. Так, доходя до замка. Пираты здесь зачищают. Так, ну видите, города уже более-менее такие сложные. Но если зайдете в середину, я решил с этой стороны, потому что я так подумал, что бывали у меня тоже видеообзоры, когда я атакую даже сильно прокачанного уже. Сильно прокачанный город, и тоже можно пробовать с угла его. По выживаемости здесь, смотрите, энт почти наполовину уничтожен. Тут пиратов добьет башня. Так, отвлеклась она на энта. Давайте пираты. Ну, видите, здесь башня доработает. Ну и все равно, видите, здесь остался еще энт и пираты. Так что бой считается зачетным. Не знаю, пробуйте, тестируйте. Может быть, у вас получится чуть меньше. Так. Ну и в бою еще осталось 8 штук.
Ну, отлично. Так, итого у нас получается 40 золотых дублонов. Друзья, сразу скажу, что я открыл заклинание. Давайте посмотрим. Это у нас 10-й. Здесь у нас получается 40 пиратов, 16 троллей, 2 закла. Заклинание решил взять. А что делать было? Этот город я пробовал с разных сторон, но обращайте внимание, что нанес я ударом с этой стороны, запустил я с дальней стороны пиратов и хотел попробовать зачистить вот эту всю сторону. Давайте посмотрим. Ну, здесь практически, вот если пушку еще и зиккурат уничтожили, видите, птички еще не достают. Надо было как-то больше в середине. Но все равно я его прошел. Задача уничтожить зиккурат и пушку. А тут, я думаю, они потихонечку прорвутся. Видите, здесь чем удобно, что они заходят в середину. Так, уничтожили башню огня. Вот остался зиккурат. Еще одна башня огня. Ну, башни в основном мешают пушки зиккураты. Башни огня они издалека бьют, конечно, понятно, но не такой большой урон, как зиккураты пушка наносит. Не хотел я, друзья, переигрывать, решил посмотреть все-таки, что будет. Ну и смотрите, три здания. Вот здесь идеально подошла бы сейчас ветрокрылая. Ну ничего, доберемся до нее. И осталась простая башня. Ну, выживаемость тут хорошая. Пробуйте с разных сторон, но эта сторона мне больше понравилась. И видите, она более-менее как-то эффективно получилась. Ну что, три звездочки. Давайте посмотрим, какой город нас ждет в следующем обзоре. Так, давайте мы заберем сразу подарок. Я, друзья, все забираю. 40 рубинчиков. Вот кто взял, можете сразу пройти дальше. Мы его сразу заберем, эти рубины. Так. И давайте посмотрим следующий. Не знаю, напишите обязательно в комментарии, как вы хотели бы посмотреть. Побыстрее архипелаг пройти, сразу все за рубины, либо постепенно. Так, ну что, вот тут уже более-менее интересно. Здесь, скорее всего, можно будет проходить стандартом. Я, конечно, не буду этого делать. Да можно, не знаю, можно было бы попробовать вот так. Вроде город такой слабенький, но все равно, друзья, если вы играете стандартно, то я думаю, плюс 5 этих бочек, минус 5, плюс 5 бочек эти не так важны, но если, например, играет кто-то бесплатно, то, скорее всего, 5 и 5 бочек могут еще на один бой хватить. Так что пробуйте вот такой связкой. Энты, конечно, будут брать больше на себя нагрузку. Друзья, о чем говорить, мы его обязательно посмотрим, этот город. Ну что, друзья, вот такие у нас были города. Обязательно смотрите, что вам выгодно брать либо сейчас заклинание, либо брать героя. Подождите, кому интересно. Ну что, друзья, а я с вами прощаюсь. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Пишите комментарии. Всем пока.